Всем добрый день. У нас 3 часа дня уже. Сегодня пятница, 24 февраля. Ребята, я сейчас буду готовить арабское блюдо, которое называется мхаммар. Я, по-моему, ни разу не показывала, как я его делаю, но потому что я его не так уж и часто делаю. Сегодня вечером приедет сестра, так как они на день рождения во вторник не были у Даниэля. Они приедут сегодня. И я вот решила сделать, знаете, надоели уже эти шашлыки однообразные. Хочется что-то другого, что-то нового. Короче, купила курицу. Здесь у меня около 1,5 курицы, то есть одна большая, еще половина. Делаю много, потому что еще дети моей невестки, старшего брата моего мужа, сами дома. Родители улетучили у них на отдых на Мертвое море, а дети сами. Ну, я вот хочу приготовить, отделю им тоже, чтобы они покушали, поужинали. Короче, что мне нужно для мухаммара? Мухаммар — это вообще курица в духовке. Вот, почему она называется мхаммар, я не знаю. Может быть, потому что есть там красный перец. Вот такой красно-сладкий перец, молотый. Видите, это я взяла у свекрови, у меня такого нету, его как бы не продают. А свекровь моя делает сама, она покупает красные перцы, можно найти уже такой даже немножечко подгнивший. И она его чистит, моет, и высушивает, и потом перекручивает на мясорубке и в холодильник, в морозилку. Вот. И вот для таких блюд это очень классно. Еще, знаете, вот эти пышечки, которые я делаю утром, тоже добавляют с луком вот этот перец, и получается очень вкусненько. Короче, я сейчас это все добавляю вот сюда. Естественно, сейчас я поперчу все, посолю, и мне нужно большое количество лука. Мы были с мужем в супере. Я купила две приправки. Вот такой вот гриль-офф называется, гриль-курица. Очень вкусная вот эта приправка. Я для ножек и для, просто для курицы добавляю, когда особенно делаю в духовке, или когда крылышки мы делаем на углях. Вот эта вот приправка мне очень нравится. Вот это новая тоже какая-то приправка для курицы. Тоже вот купила сегодня, попробую. Я только надеюсь, что она не очень острая. Вот, ну, немножечко добавлю, попробуем. Короче, я добавила перчики, вот это острая приправка, потому что я ее так вот чуть-чуть так добавила, даже немножечко переборщила, вытаскивала, потому что я не хочу, чтобы было острое. И мне нужна вот такая вот большая луковица. Вот, нужно для этого блюда, для именно мухаммар, нужно очень много лука. Я сейчас посмотрю, как бы одной хватит, если нет, я еще добавлю. Шейка свинины, небольшой кусочек я порезала, на такие маленькие кусочки тоже добавила. Я не думаю, что свининка такая жирком сделает что-то невкусно, то есть не испортит мое блюдо. И здесь замочила рис. Риса замочила много, потому что, ну, готовлю на 3 семьи. Вот. И будут еще чипсы, буду делать картошку фри, жарить. Ну, естественно, салаты. Хотела сейчас договориться с клиенткой, у меня сейчас работа в 4 часа, хотела договориться с клиенткой, перенести ее на завтра, но не получилось. Так что сейчас придется через 20 минут все равно идти на работу. Вот так. Все, иду на работу. Мои еще на футболе сейчас вроде должны выезжать. Я съела целую плитку шоколада. Не знаю, руки надо себе подбивать. Мне теперь есть вообще нельзя после этой шоколадки, блин. Это была у меня вместо обеда. Надо им ключ оставить. Все, ладно, пойдем. Телефон ищу. Телефон же у меня в руках. Бани, ты за главного. Я пошла. У нас уже вечер, 7 часов практически. Мы уже доготавливаем все. Сейчас у нас
Чипсы я делаю, рис уже готов. Вон, рис целая здоровая кастрюля. И здесь мяско вот вкусно пахнущее. Запотел телефон. Вот. Всем приветики, всем доброе утро. У нас начало 10-го, сейчас я пойду на работу. У меня клиентка в 10 часов, сегодня суббота, 25 февраля. Вот, я и вчера работала, и сегодня буду работать. И сейчас у меня будет одна клиентка, а потом я в 4 возвращаюсь на работу. И хочу в этот период между там, ну, к примеру, в 12, да, вот с 12 до 4 поехать к родителям. Потому что мы уже не были у родителей 3 недели. Представляете? Ну, мама с папой приезжали на день рождения Даниэля 21 числа во вторник. Вот это мы их видели. Ну, они там буквально на, наверное, минут 40 побыли, максимум час, быстренько. Потому что дедушка был дома сам, они его уложили. Ну, он не был сам. Они его уложили, попросили мамину подружку, мамину знакомую, чтобы она с ним посидела. Нет, они как-то, мне кажется, плохо спроектировали. Ну, едем на море с девчонками. Выключил он. Котлеты, да, я сказала. Да. Ты сказала, но не факт, что он выключил. Не, ну как? Должен. Я сказала, папа, выключи котлету как-то. Он же пошел на нашу сразу. Это же. Тепло, на солнце прямо жарко. Не, ну как же он выключил? Когда тут шторм был, он хотел рыбу ловить, но тут шторм был. Оно забило, сделали как вакуум. Да, очень прикольно. В Нарии. Не, в Нарии, я знаю, вакуум, кстати, не было. А в Нарии красиво. Красотень. Сказали, что у нас море ушло, но не так уж сильно оно и ушло. Вон дети в море сидят. Детям море по колено, да? Родители нормально. Штана. А что нас на станке холодно. А дети не замечают этого. Ну, может, нормально.